Всем привет, друзья, меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Deeper Sleep. Это вторая часть нашего с вами прохождения этой игры. В общем, друзья, остановились мы на том, что у нас чего-то там не хватило. По-моему, вот этот вот мешок, он порванный. Нужно в него набрать что-то и положить на те весы, которые там, чтобы там открылась дверь. Ну, то есть, вы помните в конце, если не помните, то я даже сейчас, наверное, пойду и покажу вам это. Так, тут фонтан, зачем? А, весы же там, господи, весы же там. Боже, что я делаю? Так, сюда никуда нельзя пойти? Нет, ничего не происходит. Ладно, возвращаемся туда, откуда мы пришли только что. За херня. Так. Мы тут все взяли, да? Все, что было. Да. Возвращаемся. Вот здесь, вот на эти весы нужно положить 5 килограмм. Чтобы набрать 5 килограмм, наверное, нужно в этот мешок что-то положить. Но для начала этот мешок нужно. Pile of rotten bags. Pile of floor. Для начала этот мешок нужно зашить, потому что он, по-моему, он дырявый. Окей, ребят, давайте вернемся. Значит, что-то мы все-таки пропустили. Где-то что-то, может быть, нитки какие-то или... Что-то типа того. Посмотрите, здесь как будто вход есть в какое-то другое, место. Или здесь. Опа! Так, вниз нельзя. Значит, сюда можно. Что за херня, друзья? Я этого не видел. Так, секундочку. Иди сюда. Это что? Small mound of ground. Какая-то горка песка, может быть. This bag has big hole, да. Большая дырень у этого мешка. Так, что за херня здесь? О, черт возьми! Смотрите! Это вот на главной картинке этой игры, кстати, вот этот вот колодец, по-моему, изображен. Что за херня? Что это я взял? There always is a key. Так, какой-то ключ. Оу, фак! Что нам делать? Может быть, посветить туда? Нет, it seems to go deep. Это выглядит так, будто... Ну, то есть, очень глубоко выглядит. Ладно, ладно, идем назад. Это нам ничего не нужно здесь, в принципе. Так, что там было? Мне показалось? Да, мне показалось. Окей, вернемся давайте в ту библиотеку, из которой мы с вами вышли нахрен. Потому что мне кажется, что-то я все-таки пропустил. Вот что-то вот у меня предчувствие такое. Где-то что-то я пропустил. И что вообще там какие-то дети еще были? Вы помните? Там был какой-то Тимми, Тоби, Коби, еще там кто-то. It's locked, кстати. Может быть, ключ использовать? Опаньки. Ключ мы использовали. Опаньки, что это? Это у нас pipe wrench. Газовый ключ или... Ну, то есть, да. Ключ. Разводной ключ, точнее. Окей, спустимся ниже, что здесь. Давайте все комнаты мы снова посмотрим, но сделаем это намного уже быстрее. Так, it seems to dark anything. По-моему, здесь ничего такого нету уже. Поэтому можно спокойно идти сюда, тут осматривать все, что мы хотим осмотреть. Кстати, вот для чего нужен разводной ключ, я думаю. Nothing happens. Да, ничего не произошло. Ну, я думаю, это еще не конец. Что-нибудь да произойдет... Опаньки, что это за фигня? Я же здесь нажимал, господи, я в прошлой серии здесь все нажимал, и ничего у меня не подобралось. А сейчас подобрался какой-то... Что это такое вообще? Плюшевый тигр. Может быть, его распороть можно? Нет, ни хрена, его нельзя распороть. Хорошо, плюшевый тигр. Для чего он нам? Зачем он нам? Что это нам даст вообще? И что еще тут нужно будет делать? Ладно, давайте возвращаемся назад. Видите, я говорил же, что что-то упустил. И вот так и получилось. Но все-таки, мне кажется, где-то еще есть какие-нибудь нитки или типа того, что-то... It's locked another from another side. Может, ключ используем? Ладно, ладно. Нет ключа. Точнее, не будем его использовать. Господи, мы же отсюда пришли. Не будем использовать ключ. Уходим назад. А сейчас мы давайте с вами... Что за фигня? А, нам наверх надо, господи, я забыл. Уже немного запутался, уже немного забыл. А, вот сюда вернемся. Это комната, где горели глаза. Может быть, мы тут что-то упустили. Нет, здесь просто написан код и больше ничего. Это тот код, который мы ввели, когда зашли в лифт. Ну, то есть, чтобы
Да, вот только что мы там были, господи, в той комнате внизу. А, так. Окей. Зайдемте сюда. Посмотрим. There's handle stuck. Опа. Nothing happens. This wolf is already open. Понятно, мы что-то какие-то. Какие-то штуки мы пооткрывали. Может быть, этот чувак? Нет. Goodbye, чел. Нет, он тоже ничего не видит. Но мы пооткрывали по-любому. Мы что-то открыли. Куда-то мы пустили воду с вами. Я не могу понять, куда. А что, если в тот колодец? Что за херня? А что, если мы в тот... Да, господи, ты! Выйди из этой, блин... ямы. Что, если в тот колодец? Это будет очень прикольно. Ладно, уходим отсюда, уходим, идем назад. Здесь больше, по-моему, ничего нет. А стоп, стоп! Тут же были кровати какие-то. Еще кровати, кровати. Я забыл, совсем забыл. Да, no power. Нам по-любому нужно будет в этот лифт. Но, друзья, для этого нужно сначала будет включить... Так, давайте пощелкаем по кровати. Может, что-то мы пропустили. Для этого нужно будет сначала включить энергию, чтобы попасть в тот лифт. А энергия включается вон там. То есть нам по-любому нужно будет спуститься в колодец и все такое. This painting looks familiar. Этот рисунок выглядит семейным. Семейный какой-то рисунок или типа того, я не знаю точно. Now also someone called L-Doc. Физика, nothing about lucid dreams, nothing here, nothing here, ни хрена нигде нету. Окей, хорошо, ладно, ну, точнее, не очень хорошо, но ладно, пофиг. Эта комната, да, она просто разрушилась, чтобы показать нам, что мы находимся сейчас во сне, нахрен, а не где-нибудь еще. Поэтому, да, поэтому просто возвращаемся, наверное, знаете куда? Даже не знаю. По-моему, здесь ничего нет, по-моему. Надеюсь на это, что тут ничего нет и что мы ничего не пропустим. Так, здесь looks like an elevator. Ну да ну нафиг, серьезно что ли? Выглядит как лифт. Конечно, это лифт. Почему я должен это делать? Ладно, уходим отсюда. Не хочешь, не надо. Постер, постер, постер. Может, линейкой зафигачить. Окей. Идем туда, куда... То есть, где находится этот колодец. Ну, точнее, не колодцу. Давайте сначала пойдем... Господи, я не знаю, куда идти. Я не знаю, куда идти. Так, ладно. Вернемся, пожалуй, к той будке, к той... Да, что это? Там фонтан. Хорошо. Фонтан в той стороне. Давайте к фонтану сходим. Может быть, там мы что-то упустили, что-то пропустили. Тут что-то... Nothing happens... Может быть, что-то нужно сюда применить? Ни хрена. Ни хрена. Ни хрена. Может быть, мешок одеть. Плюшевого тигра. Угу. Выглядит как старый фонтан. Ну и правда, что же. Он так выглядит. Это правда, да. Хорошо. Нам нужно что-то решать с этим. Не получится. Тоже не получится. Pile of rotten bags, может быть, что-то как-то использовать с мишкой. Ну, точнее, с тигром этим. Так, ладно, нужно думать, а может быть, вставить разводной ключ сюда просто? Find a way to open it. Хорошо, значит, нам по-любому сейчас нужно идти к колодцу, и что-то мы там упустили с вами, друзья. Простите, конечно, что я так туплю, может быть, но просто я реально не знаю, что делать, господи. Туда. Тут, нам туда. Так, здесь у нас small ground. В общем, земля такая какая-то. Офигеть, колодец это просто стоит, и он выглядит так страшно. Это жесть просто. О, смотрите, я что-то сделал. It seems to go deeper. Может быть, плюшевого мишку туда кинуть? Может, там кто-то живет? Может, все туда повыкидывать просто и фонарик туда выкинуть? Угу. О, мы 12, кстати, записок уже нашли с вами. 12 это нормально. 12 это довольно-таки много. Еще осталось всего сколько там? 3, по-моему, записки. Нет. Уходи отсюда. Так. Окей, нет, это колодец.
Может быть, можно что-то сделать по сторонам. Рядом с этим колодцем. Что-то, может быть, можно сделать. Может, применить линейку куда-нибудь к колодцу. Похоже, что нет, друзья. Похоже, что что-то нам надо будет делать в другом месте. Я, честно говоря, не знаю абсолютно, что тут нужно будет делать. Может быть, мы где-то еще какой-то ход пропустили. Так. Вернемся назад. Абсолютно прям назад. Просто вообще вернемся. Нет, не в библиотеку, а именно сюда. Видите, эта штука крутится, но для того, чтобы она крутилась, нужно зайти в ту комнату и что-то тут сделать. Или типа того. Фонтан. Ну что это за фонтан? И зачем он нахрен нужен? Зачем нам все вот эти вот штуки? Я не понимаю. Так. 5 килограмм. Хорошо, это что? Pile of rotten bags. Pile of flour. Pile of rotten bags. Rotten bags, rotten, rotten bags. I need to find a way out. Find... I need to find a way to open it. Смотрите, а там что-то... А, там еще один этот рычаг такой. В общем, да, чтоб... А, чтоб вода подавалась сюда! Господи, это же такая штука, как ее? Я уже забыл даже, что... То есть, на нее вода льется, и она крутится, то есть, и дает энергию. Вот, нужно как-то зайти туда, по-любому. Нужно найти способ сшить этого, вот этот вот мешочек и наложить туда всякой земли, может быть, или еще чего-нибудь. Но как это сделать? Как это сделать? Looking like fontan, ага. Фонтан, фонтан. Фонтан Фонтанович. А зачем нам вообще мягкая игрушка тогда? Я не понимаю. Так, может что-то мы в деревьях пропустили. А нет, тут тоже нет выхода какого-то. Господи, друзья, я понимаю, что вы смотрите такие, о боже, ты тупица. Может быть, вы уже проходили эту игру. Может быть, что-то еще пало в Stones. А что если... Расфигачить камни, я не знаю, применить мишку к камням, иголку применить к камням. Да, не знаю, даже не знаю, друзья, вообще не приложу ума. Единственное, что приходит на ум, это нужно вернуться. Опаньки! Опаньки! Мы нашли другой путь! Черт! О май fucking god, что за херня? Чучело, чучело-миучело. А вот и ниточки, а вот и ниточки. Шикарно, давайте сразу все заделаем. Офигеть, друзья. Просто шикарно, мы нашли с вами путь. Охренеть, так, направо нельзя. Нет, нужно строго вниз, наверное, уже теперь. Строго назад. Господи, я думаю, надеюсь, никто нас не будет преследовать. Просто посмотрите, друзья, как это выглядит. Вот эта вот тропа, она очень-очень не видно. Ее не видно, во-первых, ночью. И даже с фонариком. Так, это... Какого хрена? Чё за звуки? Так, сколько мы уже? 13 записочек нашли. Да, окей, нам нужно сюда по-любому. И, в общем, мы сшили мешок. Давайте положим тут empty... Нет, наверное, скорее всего, песок нужно туда положить. А песок был где-то здесь. Так, по-моему, тут. Что за херня? Не тут? А, во-во-во-во, вот он, песочек. Вот он, песочек. Есть, есть, положили. Чё? Он полон всего лишь на одну треть, охренеть. Он полон всего лишь на одну треть, просто охренеть. Окей, камни положили. Что-то еще мы тут упустили с вами. Недалеко, может быть, даже недалеко. Так. Нет, туда мы возвращаться не будем, потому что там точно ничего нету. Включим фонарик и будем следить. Что-то мы где-то упустили, значит. Окей, чучело, может быть, я не знаю. У чучела что-нибудь взять? Нет, ни хрена не возьмется у чучела. А, значит, скорее всего... Чё?
Чё за хреня? Чё за херня, господи? Я такой уже, чё за хреня? Нет, надо валить, друзья, надо быстро, быстро валить отсюда нахрен. Давайте идем дальше. Попробуем все-таки, попробуем. Вот, есть, все. Полный мешочек. Ложим сюда, 5 килограмм, заходим. Отлично, просто неимоверно отлично. Тут, по-моему, записочка. Да, записочка, так и есть. И открываем. Отлично, сейчас должна, по идее, подаваться вода или как-то так. Эй, ну ты чего? Ну что за хрень? Комната какая-то. А, фонтан! Окей, фонтан, друзья. Давайте сейчас сходим на фонтан и посмотрим, что там. Что-то мне кажется, что тут что-то... Опаньки, это что-то... Что за фигня? Что тут надо делать? Что это такое? Может, в записке об этом написано? В записках? Смотрите, а мы не нашли только одну часть, да, получается, одну записочку только не нашли. First encountered this phenomenon in the early... в ранних 80-х заметили этот феномен. But it would seem they have existed since the dawn of the human race. Commonly known as the night folk or shadow people, the life in the realm... of dreams, but disappearedly to your reality, blah 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 blah. As long as you don't know, you are. As long as you don't know you are dreaming, you are safe. Если ты спишь, ты в безопасности. Что? Они атакуют when the sense of mind detached from its body, which sometimes happens during. Что? But much more often during OOBS, что это, and lucid dreaming. В общем, а что нам с этим-то делать? Плюшевую мишку сюда кинуть? Нам нужно как-то включить этот фонтан или типа того, я не понимаю. А, нужно какой-то код, чтобы они все загорелись. Я понял. Нет, вот так вот. Так, черт возьми. Теперь, видите, одна остается. Я не знаю, тут какая-то комбинация. Ее, видимо, нужно искать. Так, нигде не написано. Я нигде, по-моему, не написано, ну, то есть по игре. Да, если так тыкать просто так, то ничего, мне кажется, не найдется. Ага. Черт возьми. А вот это уже сложно. Вот это уже сложновастенько. О! Ни хрена! Смотрите, я что-то замутил. О-о-о! Шикарно, шикарно! Есть вода. Есть вода, мы подали воду. Я не знаю, что я сделал, я просто все это сделал. И самое главное, есть энергия. Посмотрите. Все. Это самое-самое главное. Сейчас мы просто возвращаемся назад. Я надеюсь, никто не будет стоять у нас на пути, черт возьми. Мы вернемся к тому лифту, который выглядит как лифт. И... А, что это такое? Ну, постер же был нормальным, господи. Я чувствую, что-то сейчас будет не так. Что-то сейчас по-любому будет не так. Вот он, лифт. Нажимаем. О, ну вот только... Вот не надо пугать. Ну, вроде выглядит безопасно. Давайте зайдем, попробуем. О, серьезно? Doesn't stop at ground floor. Второй этаж.
Дверь закрылась, я в ловушке. Так, черт возьми. Значит, тут что-то нужно найти тоже. Но почему? Почему меня закрыли? Черт, за... что за хер... Оу! 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 Назад! Что за хрень? Сердечный приступ. Конечно, сердечный приступ. Такая хрень вылезет из-за ящика. Что нам делать-то было? Ох. Ох. Окей, давайте продолжим. Попробуем. Может быть, плюшевого тигра ей дать? Кинуть просто в руки. Не знаю. Минус первый этаж. Давайте нажмем. А, может быть... Да, может быть, это просто даже как-то и не... Не проходится та штука. А, это вот, это просто... Да-да, мы здесь были, мы здесь... Вот, эта дверь, она была закрыта изнутри. Что если пойти налево? Что это? It's held by some screws. Отвертка нужна! А отвертка у нас была в той комнате с этой дурой конченой, которая нас только что убила. Так, ладно, а второй этаж это что? Это что-то тоже страшное очень. Так, стоп. Стоп. Это разве второй этаж? Так, значит, нам нужно... Да, нам нужно быстро бежать отсюда. Нахрен, быстро бежим, быстро, быстро. I'm trapped, я в ловушке. Что, что, что делать, что... О, черт, что делать-то? На, держи мишку, черт возьми. Держи, на, держите мышку, черт. Блин, а как... I'm trapped, я в ловушке. Metal plate is held by screws. Нужно было открутить эту хрень. Окей, давайте продолжим, давайте еще раз. Looks like elevator. Ну, конечно, выглядит как лифт-то. Второй этаж. Сейчас мы все это сделаем, зато очень быстро, потому что мы уже знаем, что туда как. Да, дверь закрылась, я типа в ловушке, бла-бла-бла. Назад. Черт, она такая страшная, господи. Еще раз. Заходим быстро, 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 быстро. Так, на какой этаж нам нужно? Нам, по-моему, нужно на этаж минус один. Да, этаж минус один. И сейчас справа будет такая штука, типа, ее тоже можно открутить. Тоже сделаем отвертками, скорее всего. Опа. Веревка. И, скорее всего, на этой веревке мы сейчас будем спускаться, конечно же, знаете куда? Конечно же, вы знаете куда мы будем спускаться на этой веревке. Мы будем спускаться на ней, скорее всего, в... или спустим, точнее, не будем спускаться, а спустим по этой веревке ведро в хренов колодец. Постер вообще нет. Господи, тут что-то происходит. Я думаю, мне сейчас будут вообще кранты жесткие на улице. Надо бы как-нибудь все это осветить. О, боже. Да, нам сюда. Черт, о, черт. О, колодец в еще большем тумане, посмотрите. О, нет. Надеюсь, ничего такого не произойдет здесь. Есть. I think... Что? Я спустился по веревке в колодец. Ну, я просто молодец. Я просто вообще просто такой молодец. До ужаса просто молодец. Так, ладно, нам, видимо, сюда куда-то нужно идти вперед. Что за херня? Продолжение следует. Охренеть, друзья. Игра и правда шикарная. See you at the final death. А записок ты нашел 14. Ладно, 14 из 15 пойдет все равно. В общем, друзья, спасибо за то, что вы посмотрели это прохождение. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за то, что вы подпишетесь на канал, если вы не подписаны. Ну, если хотите, конечно. Я не буду вас принуждать. Это ваше право. Подписывайтесь, если хотите. В общем, да, с вами был Том. До скорых встреч, ребят. До следующих видео.